10 водолазов в течение нескольких часов очищали морское дно малой бухты от промышленного и бытового мусора. Инородные предметы представляют большую опасность для отдыхающих и могут стать причиной несчастных случаев на воде. Именно поэтому без предварительного обследования пляжные территории не допускаются к эксплуатации в летний период. Основное, что находим, это вымытое бытовое мусор, оставленное людьми. А так чаще всего арматура, уголки швеллера, это еще со старых времен, когда были установлены в воде вышки смотровые для детей. Во время шторма они попадали, их замыло песком, а сейчас вымывает, и под водой находятся вот опасные предметы. Гости города всегда с интересом наблюдают за процессом ожидания обычных находок. Сегодня море любопытных зрителей не порадовало, но иногда, по словам спасателей, они обнаруживают редкие вещи. После штормов бывает вымывают определенные потенциально опасные предметы. Бывает даже со времен Великой Отечественной войны выезжаем на авиабомбы, на мины, чтобы фиксировать, обуйковать. Затем мы сообщаем службу через военкомат, вызывается минер, сапер, осматривает, извлекается. Силами водолазов-спасателей уже проверены акватории пляжей в Соко, станице Благовещенска на Пионерском проспекте. Очищают морское дно до курортного сезона и в самый разгар лета, по заявкам руководителей здравниц, чтобы отдых анапчан и гостей города был приятным и безопасным.